Вот вездеход SR21 Light Pro. Прошел я где-то 11,5 часов обкатки меня. После 10 вроде как надо менять. Ну вот сейчас у меня пока появилась возможность. Вот так я поставил, значит, чтобы был наклон. Потому что масло будем сливать вот через это сливное. Это заливное. Заливать будем обратно, переставим туда передом. Ну не смотрите, что он грязный, друзья. Если грязный, значит техника рабочая. А если ее облизывают кто, значит она стоит и не ездит. А это еще хуже для техники. Забыл краник закрыть. Хопа. Так, ну что. Значит, какое масло я буду лить? Показываю. С маслом особо заморачиваться я не стал. Вот всесезонка 5W40 Роснефти. Ну, специально для этих движков, для бензиновых с воздушным охлаждением. 600 грамм в этот двигатель заходит. Двигатель Лифан 170 FT. Вот здесь, наверное, да, вот. Есть надпись. 8 лошадей. Электронное зажигание, воздушное охлаждение. Ну, вот такой. Отлично вообще. В работе очень прям легко заводится и просто. Легко и просто. Так, ключик на 10, сливная, как раз болт под 10 ключ. Ничего умнее я не придумал, кроме как вот так сейчас подставлю. И все, еще под эту отсюда сейчас. Так, ну вот так поставлю, надеюсь, вам будет видно. Пока что. Что, давай пока что, наверное, с этой сольем. Сколько сольется. Да? О, пошла. Ну, я вам хочу сказать, в принципе, масло не сильно грязное. Я с машины сливаю гораздо грязнее. Ну, тут, правда, и 10 часов всего обкатки. Но это ничего. Так. Надо закручивать, а то у меня тарелочка-то уж полная, елки-палки. Не думал я, что отсюда сольется много. Ну, смотрите, еще такой момент. Блин, масло горячее. И именно ее надо сливать на горячую. А потом дать остыть двигателю. Так, первая порция есть. Ну да, жидкая такая. Прям жидкая-жидкая. Дадим остыть движку, чтобы не холодное масло наливать. Ну, хоть и жидкое, но... Смотрите, такая, ну не совсем, я бы сказал, прям грязная-грязная, не очень грязная, нормально. Так, ну что, здесь все, вон я смотрю, что-то мимо откуда-то херачит, давайте закручивать. И откроем основную. Так, подставлю вот сюда, давайте откручивать. Пол с основного слива. Вот, блядь. Нихера себе. Тут затянут, блядь. Ёпти. Хорошо затянут. Чуть-чуть прольется. Куда деваться. Опа. Пошла. Ты, блин, да горячее масло-то. Ну все, пустякает. Там потом что, мимо, если что. Блин, вот и все. Вот и все 600 грамм. Ну вот, из железной банки. Из пивной какой-то или что это. Вот такую вот приблуду я сгандобил. Оп, вот так вот воткнем. И нальем. Банка у меня литровая, а надо мне всего лишь на всего 600 грамм сюда, как я уже говорил ранее. Соответственно, я хочу немножко пролить. А для этого, наверное, его надо выставить ровно. Ну, так хотя бы сейчас.
так пока под наклоном, под этим же наклоном. Буквально 100 грамм. Залью. Пролью весь осадок оставшийся. О! Правнее поставил. Ну, вроде бы нормально все там. Все хорошо. Так, ну что, сейчас меняю местами угол наклона. Это снимаем. Пробку заворачиваем. И заворачиваем болт. Также крепко будем заворачивать. Вот, между прочим, передок приподнять. На нем гораздо сложнее. Раскрутилась моя приспособочек. Так. Вставляем. В принципе, так довольно-таки глубоко зашла. Я заранее приготовил вот такую банку. Разметил ее маркером. Фломастером, вернее. Был бы маркер, было бы лучше. 500-600. Короче, надо налить мне 600 грамм. Блин, пока в рюкзаке возил, она половина стерлась. Вообще, это из алюминиевой банки. В принципе, она достаточно плотно так скручивается. Леечка такая. Единственное, дыхалки сейчас нет. Надо лить потихоньку. Потихонечку. Все чистенькое, все новенькое. Есть. Все. Замена масла. Значит, друзья, слушаем внимательно. На мотовездеходе СР-21 Pro. В данном случае эту модель вы видите. Замена масла после 10 часов. Первое. Масло 5W40. Ну, кто какой, в принципе. Тут я не навязываю, в принципе. Это все сезонка. Просто мы хотим с Романом еще и по осени покататься. Поэтому. Так, ну что? Ничего там не видать. Вон она есть. Есть. А по осени покататься, покопать. Поэтому осенью будет, может быть, даже ноль. Может, даже небольшой минус. Поэтому 5W40 считается всесезонным маслом. Соответственно. Вот так. Соответственно, можно и в небольшой минус на ней кататься. Ничего страшного. Но если, конечно, там в мороз вы ездите. Ну, в мороз, я не знаю. Ну, по глубокому снегу он не едет. А по небольшому снегу можно. Поэтому в мороз на мотоцикле, я думаю, это извращение. Вот такие дела.